Чистая победа. На прошлой неделе мы рассказывали о претензиях жителей дома 5А по проспекту Текстильщиков к своей управляющей компании «Прогресс». В частности, люди жаловались на беспорядок у контейнерной площадки. Строительный мусор красовался здесь уже не один месяц. Наш телеканал отправил фотографии помойки в Твиттере народному инспектору. Это специальный аккаунт прямой связи мэрии и горожан. И вот она, победа. На обращение отреагировала и управляющая компания, приведя контейнерную площадку в надлежащий вид, и народный инспектор. Если картина повторится, управляшку привлекут к административной ответственности. Недавно правительство Российской Федерации внесло изменения. В состав общего имущества с середины марта входит и имущество контейнерной площадки, то есть оборудование. Поэтому теперь возникнет еще один вопрос. Если это контейнерная площадка на несколько домов, как в данном случае, то какому же дому это общее имущество будет принадлежать? Поэтому этот вопрос тоже требует ответа. Иначе она будет, конечно, бесхозная.